Ух, ребята, наконец-то я добрался до квартиры с фиксиками, наконец-то, ура, как же я долго мечтал увидеть фиксиков, да. Так, смотрите, ребята, это нас встречает Нолик, привет, Нолик. Привет, хочешь стать фиксиком? Да, конечно, хочу, Нолик, я хочу стать фиксиком. Тогда ставь лайк, и ты им станешь. Ребята, давайте поставим лайк, тогда я стану фиксиком. Так, ребят, давайте все дружно ставим лайк, и я становлюсь фиксиком. Ура, ребята, я стал настоящим фиксиком. Я, конечно, не знаю даже, как меня зовут, но я, ребята, буду помогать теперь Дим Димычу с его неполадками всякими. О, кстати, смотрите, Дим Димыч лежит. Дим Димыч, что с тобой произошло? Я бегу к тебе, Дим Димыч. Так, что с тобой? Давай поговорим. Привет, Дим Димыч, а что с тобой случилось? Телевизор сломался. Эх, скучно, не знаю, что делать. Не беспокойся, Дим Димыч, я починю телевизор. Вау, серьезно? Спасибо тебе большое. Рано еще благодарить, Дим Димыч, рано, я сейчас все починю. Так, ребята, первое мое задание, я уже волнуюсь, я очень волнуюсь. Так, а где же тут телевизор? Так, Дим Димыч, ты главное не переживай, телевизор будет... Починен. Да, не переживай. Так, а вот и телевизор, ребята. Как нам туда попасть? Так, наверное, тут есть какой-то спуск для фиксиков. Да, отлично. Интересно, а где все остальные фиксики? Наверное, я их найду где-нибудь там. Так, как нам туда залезть? Давайте попробуем через колоночку. Да, мы можем залезть через колоночку. Блин, как же круто быть фиксиком. Мое первое задание. Да. Надеюсь, я не подведу Дим Димыча. Так, еще одна лесенка. Ага. Так, тут у нас, ребята, какая-то система из проводов. Мне кажется, здесь чего-то не хватает. А именно проводков и рычага. Да. Так, а где мне взять инструменты? Где мне взять провода и рычаг? Так, вот это уже странно, я не знаю. Может быть, спросить у Симки? Да. Кстати, вроде бы у Симки были какие-то инструменты, только как нам к ней попасть? Вроде бы она сидела в колонке, только где колонка? Ну, не в этой колонке, видимо, в другой, потому что в этой ее нету. Так, давайте попробуем пробежать вот здесь вот. Так, а может в горшок залезть? Давайте залезем в горшок. Так, горшочек. Так. Опа, залезаем и... Да, ребята, по-моему, там стоит Симка. Смотрите, ребята, это Симка. Привет, что такое? Привет, у Дим Димыча телевизор сломался. Нужны инструменты, Симка, срочно. У тебя что нужно-то? Немного проводов и активатор. Не найдется? Сейчас посмотрю. Так, да, все есть. Я сложу сундук. Бери на здоровье, не подведи Дим Димыча. Не подведу. Спасибо тебе большое, Симка. Так, смотрите, ребята, а вот и... Отлично, провода и рычаг. Спасибо тебе большое, Симка, я тебя никогда не забуду. Так. Теперь нужно срочно возвращаться и починить телевизор. Так. Как мы проходили это? Так, вот здесь под телевизором. И как же его починить-то? Так, если здесь у нас, ребята, не хватает проводов, можно сделать так. И... Так. Да, ребята, телевизор снова работает. У-ху! Мое первое задание выполнено. Ура! А теперь нужно возвращаться, ребята, к Дим Димычу. Так, срочно к Дим Димычу. Ну как я сюда поднимался? Черт, я забыл. Я сейчас упаду и переломаю себе все ноги. Но нет, тут можно пройти. Дим Димыч, я уже бегу. Дим Димыч, я бегу. Дим Димыч, я уже близко. Так. Дим Димыч, смотрите, он уже, ребята, присел. Кажется, он уже заметил, что телевизор я починил. Так, Дим Димыч. Спасибо тебе большое. Наконец-то я могу посмотреть мой любимый канал Shadow Priestak. Не за что, Дим Димыч, обращайся. Смотри с удовольствием канал Shadow Priestak. И, ребята, не забывайте, что кто такие фиксики, это большой-большой секрет. Нет, так что не говорите никому. Не говорите никому, кто такие фиксики. Да. И, ребята, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, и я еще что-нибудь починю, и, возможно, кого-нибудь из друзей позову, и они тоже станут фиксиками. Да, также, ребята, не забывайте добавлять меня в друзья ВКонтакте, там я отвечаю на все ваши вопросы и пощу разные фоточки, да. Ну, а с вами был Жека, всем удачи и до новых встреч.